С Фенригом сейчас заходили на точку, но здесь очень здорово забегает Раниэль сейчас в спины. И хорошая инста, вот это великолепно! Давай, забили Фенрига и Гринч Эмма, но дала паверку Burst Fire. Ну и здесь отличная сдувка от Забили. Надеялись, что кто-то из них все-таки собьет кайст этой эльфийки. Ну и вот, посмотрите, что творит Раниэль. Господи, я прошаю себя и отдавая ему классовые очки. Ну что же, под слепу заходит сейчас Виска вслепую. Фенрик дает уч. И на этом тайминге Раниэль ловит их. Давай инсту, сразу же весится ледяная прокладка. И танкует он по полной программе. Перемороженный Death of Glory. Все смотрите, сможет ли спасти. Да, спасает от смерти своих сокланов. Сейчас можно заходить. Минус Берс, минус Хиллер. Не знаю, есть ли ЦП. Хорошая по Ниарчику прошла сейчас. Паверка и еще и инста. Потому что не было танка, не было щита. Можно кидать инстанс фриз. Возобновилась. Гринчен дает хорошую вертушку сейчас. Смотрите, Арчи прыгает, попадает в заморозку. Теряет ордер одного за другим. Вот это да! Сейчас возьмут 7-6, 5-4, 3-2-1. Отлично! Пока что применят нексты с заходом на точку. Правильно, потому что Флауэр кидает Скай. И смотрите, как Берсерк поймал Скай наверху. Браво, Берс! Скорпион подпрыгнул и поймал Скай, не допустив Скай на точку. Вау, это вот не... это просто... Вау. Пойдет и атака. Хорошая сейчас паверка. Щитом закрыл, вы видели? Фенрик закрыл магическим щитом своего перса от паверки. Арчи кидается нападающий. Пушка. Это вражеская пушка, скорее всего. Пушка топ-гана. Вот, наверное, зачем он не сидит, не идет телепортация. А вот и топ-ган. Да, телепортируй, там не сейчас будет сидеть. Ха-ха-ха, смотрите, вот это да. Джокер молодец. Джокер красавчик. Занял вражескую пушку и топ-гану обломал целый...